две буквы «Г», три восьмерки и две единички. В серийном номере у банкноты 5000 тенге, который лежит на боковой поверхности 27 сентября. Три восьмерки, да? Причем две восьмерки, они расположены слитно. Восьмерка – это цифра силы. Кроме этого, третья восьмерка участвует в зеркальной цифре 858. Поэтому усиление этого параметра практически в три раза будет. Единички тоже расположены слитно. В конце, да? 1, 1. Единица – это цифра созидания. Поэтому в этой банкноте энергетика созидания усиливается в два раза. Потому что примечательная такая банкнота.